Год 1901 от Рождества Христова. В маленькой деревушке Арго, что в провинции Оранс, безраздельно властвовала маркиза Мариньо, деспотичная и жестокая испанская аристократка и землевладелец. Прибывая в браке по расчету, она мечтала о наследнике, который мог бы править всем железной рукой. Однако супруг был не способен зачать ей дитя. Маркиза беспорядочно блудила со всеми подряд, но все впустую. А муж маркизы, слабый и робкий человек, слишком ее боялся, чтобы перечить. Однажды ночью в Аргу пожаловал бродячий цыганский табор и устроил цирковое представление. Все внимание похотливой маркизы было устремлено на одного цыгана, метателя ножей. После безуспешных попыток обольщения, она приказала выкрасть его из табора и привести к себе. Приковав цыгана к постели, маркиза в конечном счете заполучила его семя. Позже, посчитав, что ей от него больше ничего не надо, и боясь, что правда о настоящем отце будущего ребенка может быть раскрыта, она отправила своих головорезов с приказом уничтожить всех обитателей табора. Мужчин, женщин и детей. Смертельно раненая жена того цыгана, прежде чем испустить дух, наложила на маркизу древнее проклятие. Спустя 9 месяцев на свет появился чудесный малыш, который рос не по дням, а по часам. Однако на его 10-й день рождения проклятие сбылось, и зло снизошло на Аргу. Оборотни Арги. Я примерно в 12 милях, почти приехал. Послушай, этот дом пустовал 20 лет, он весь в руинах, скорее всего. Сделай милость, скажи, зачем тебе понадобилось это рухлить? Да ладно, бабуль, все в порядке. Что-то не пойму, какой во всем этом смысл? Ба, это обряд. Понимаешь, обряд? Я вообще, возможно, первый известный человек, который посетит это место. Не смеши мои тапочки, тоже мне известный человек. Ну вообще считается, что все писатели известные люди. Ты написал-то один несчастный роман, который никто не читал. Слушай, кончай наезжать на своего единственного внука. Еду немного развеяться в деревне, что такого? Мама с папой были бы довольны, нет? Да твои родители просто не в курсе, во что ты ввязываешься. Тебя там не было с 15 лет. И это проклятые земли, помяни мои слова. Проклятые земли. Слушай, ладно, потусуюсь немного. Попробуй начать новый роман. Что, что, не слышу. Ба, ты меня слышишь? Алло.
Вита, не гадить. О, боже! О, черт! Вита, не лезь туда! Вот тут я провел свои первые 15 лет. Все свое детство. Дрочил прямо в этой кровати. А это чердак. Пугал меня ребенком до смерти. Давай, давай. Ну давай, заходи, трусишка. Видишь? Ничего нету. Вот сыкло. Ничего нету. Отлично. Мышка, брось ее, это не гигиенично. Я так здесь всего боялся. Вот так детство, да? Воображение. Помню, однажды, никогда в жизни так больше не пугался. Пришли сюда скалисты, одним моим приятелем. И он рассказал мне историю про ведьму, живущую в этом шкафу, которая пожирала легкие любого, открывшего этот шкаф за излишнее любопытство. Мать твою! Мне было так страшно, что я обоссался, хотя мне уже было 13. Спал со своими родителями всю следующую неделю из-за этой ебучей ведьмы. Что? Почуял ведьму? Да? Не. Да ничего тут нет, приятель. Вот дурной. Пыли больше нихуя. Легкие! Мне нужны твои легкие, но сначала ты мной овладеешь, овладеешь! Ты придурок! Блять, Калиста! Я чуть не обосрался! А ты чё, в натуре тогда обоссался? Я и не знал. И то, что ты спал со своими предками... Иди в жопу! Ты как тут вообще очутился? Огородами, конечно, как еще? Я тут несколько часов ошиваюсь, думал, ты уже не появишься. Ты чё, сельский трансвестит? А, это мои бабушки. Ничего не выкидывай, так, на всякий случай. Что-то здесь паломников не видно. Это точно путь святого Якова? Да, но они ходят другими тропами. У тебя девушка есть? Да. Вернее, нет. Больше нет. Чё, бросила? Ну, это было взаимно. Кстати, собака ее. То есть она свалила? И оставил тебя с этой собачонкой? Вот же сука. Да нет, все было не так. Вернее, не совсем так. А ты как поживаешь? Я? Нормально. Унаследовал землю своего папаши и трактор. Вот и ковыряюсь. Здрасте. Ты женился? Кто, я? Нет. Все здешние девчонки в Мадрид слиняли. Так что, не так уж и много овечек осталось. А ты надолго к нам? Ну, как получится. Хочу написать роман. Рассказать о чем? Да не особо. Ну что, значит, увидимся еще? Ну, я здесь вообще-то по работе, не на отдыхе. Но да, увидимся. Почему бы и нет?
Да? Ладно. «Возвращение к корням». Роман Томаса Маринье. Глава первая. Привет! Ты Маринью. Томас Маринью, писатель, внук Розы. Да? Да? Ну а я кто, по-твоему? Твой дядя Эваристо, будь ты проклят! Ты что, поди, не помнишь меня? Да, конечно, да. Чертило, подрос. Прям мужик стал. Черт побери! Так, слушайте все. Этот молодой человек — внук Розы, писатель Маринью. О, маленький Томми, какой ты милый. А я качала тебя на руках совсем малюткой. А пару раз и по попке доставалась. Помнишь меня? Я Ника. Нет, не помню. Сам удивляюсь, как мог забыть. Так, давай, проходи. Что будешь? Тоник, пожалуйста. У нас нет тоника, есть питуса. Чего? Питуса. Минералка питуса. Черт, закажи что-то нормальное, ты мужик или где? Да нет, спасибо. Я не пью. Не пьешь? Нет, алкоголь. Не понял. Но мы же в баре. Здесь только алкоголь и пьют. Паку, два бренди. Ну как тебе? Наша деревенька. Все по-старому, да? Да? Цивилизация явно обошла эти места стороной. А, верно подметил. Ну, это к лучшему. Одна из причин, по которой я здесь, это вернуться к своим корням. Поискать вдохновение в прошлом. Дать пищу своей музе, вы понимаете. Но мы тут не бедствуем. Жратвы хватит на всех. И твоей музе в том числе. О, кстати, где ваш мэр? Хотел узнать у него по поводу пятничной церемонии. Стоит прямо перед тобой. Кандидат от ОПА. Односторонняя партия Арги. Переизбран 4 раза. И не волнуйся по поводу пятницы. Мы особо не паримся насчет церемоний. Бокал вина, немного трепа и все. Да. А что насчет гостей? Какие-нибудь известные личности, вип-персоны? Не, все по минимуму. Народ, их мэр и... церковный настоятель. А я и не знал. От лица всей деревни добро пожаловать. Давай, приятель! Что такое? Что ты здесь делаешь, мать твою? Как что? Приехал тебя разбудить. Обед у меня, помнишь? 2 часа дня только. Кстати, твоя собака ссыт на пол. Может нападать ей? Да почему все в этой деревне так орут? Ну, не знаю.
Так у тебя бадун, что ли? Давай, колись. Нет, это не бадун. Скорее, спина сломана. Читал твою книгу. Ну и как? Понравилось? Да. Немного тяжеловато, правда, но ничего. Что значит тяжеловато? Ну, не то чтобы тяжеловато, просто 500 страниц о том, как два чувака базарят о бутылке Патчерана. Как-то перебор. Это метафора к алкоголизму. А, метафора. Ну, ничего так. Я не спец по книгам, знаешь. Разве что мануал по трактору, что-то типа того. Кстати, а давно мой дядя священником заделался? Я ничего не знал про это. Насколько я знаю, не очень. Однажды наш священник исчез. Так он надел ошейник и вперед. Он повернут на религии. Как и они все, впрочем. А старый священник куда делся? Эй, позови собаку. Если слиняет в этот монастырский туннель, фиг найдем потом. Вита, ну-ка, свали оттуда! А ты помнишь те истории страшные? О туннелях, полных духов, проклятиях и прочей фигне? Ну, чтобы мы не спускались туда искать оружие. Да, до сих пор по всей деревне всякая херь с гражданской еще осталась. Однажды чувак даже динамит нашел. И что? Работает? На удивление. Я помню, дед мне рассказывал одну историю про амбар. Дескать, там жил монстр, ему было более 100 лет, и что никто к этому месту даже близко не приближается. Я ему верил, прикинь. Думаю, это где-то здесь, недалеко. Пойдем поищем? Забудь. Да ладно тебе. Я сказал, забудь. Слушай, только не говори, что ты веришь во всю эту чушь. Слушай, Томас, мы с тобой сейчас не в городе. Здесь люди иные, и земля иная, и вещи тут случаются иные. Я бы особо над этим не веселился. Вита, нет! Куда ты нахрен делся? А вот и наш старый амбар. Что это было? А там, наверное, собака внутри. Да, собака? Что, сучку почуял, что ли? Вот болван. Ладно, пошли, достал меня уже. А ты, дурилка, останешься. Животным на церемонию нельзя. Разве что, для дяди Евариста сделают исключение и все. Томас, дружище, как я рад тебя видеть, чувак. А ты чего тут забыл? Бля, да у тебя тут прямо мега-усадьба. Ты чего приперся? Долг мне выплатить, надеюсь? Я здесь, чтобы поучаствовать в твоем обряде, к тому же я твой издатель или где? Да ты вообще обнаглел. Мой адвокат с тобой связывался? Слушай, ну кончай. К чему нам адвокаты, мы и сами во всем разберемся. Поговорим об этом через несколько дней, а также о том, над чем ты сейчас работаешь. Через мой труп. Через... Несколько дней? Ты о чем это? Ну, я тут побуду немного у тебя, обсудим делишки. Где ты побудешь? Здесь. Смотри, сколько комнат. Если честно, мне надо потусоваться вдали от Мадрида пару дней.
Возникли небольшие проблемы, так что ничего серьезного. Если некому вручить повестку, то искать и некого, правда же? Я даже телефон свой выбросил. Вита, за мной. Бегом. А кабельное ТВ тут есть футбол смотреть? А девчонки на вечеринке будут, да? Меня сельские так заводят. Ты что, с семейством приперся? Дядя, вы? Что вы тут делаете? Вечеринка разве не в зале? Это кто? А, мой литературный агент. Во всяком случае, он так говорит. Какого хуя? Положите меня, что это значит? Марио, очнись! Очнись! Марио, очнись! Он ранен, ему доктор нужен! Развяжите меня! Эй, хорош! Вы что, охренели совсем? Этой ночью, с благословения Господа нашего, проклятию, наложенному на нашу деревню и жителей в течение последних 100 лет, придет конец. Что за проклятие-то? Вы о чем говорите вообще? Кровь клана Мариньо, кровь, проклявшая нас в прошлом, освободит нас от зла в настоящем. Помолимся. Чья кровь? Так, ладно, все. Вы меня напугали. Я обоссался. Охуенный розыгрыш, признаю. А теперь отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня, да? Марио! Марио, да, блядь, проснись ты! Это зачем еще? Господи Боже, не глупи! Прости, сын мой. Смирись и подумай о Господе нашем, Иисусе Христе. Его жертва спасла человечество, а твоя спасет деревню. Ты какая жертва? Боже мой, что это было-то? Я чуть не помер. Чё за херь? Мы где? Походу, они нас скинули в пещеру. Кто? Блин, ну кто, селяне? Ну а зачем? Я не знаю. Может, ты им тоже бабок должен? Не думаю. Если они только не инвестировали в аудиокниги для глухих. Зажигалка есть? Смотри. Церковная свечка или типа того? Ух, бля! Странная свечка! Бля, это динамит! Откуда она здесь? С гражданской войны! Так это что, туннель времени, что ли? Просто стой на месте! На, бери! Подержи! Не трогай ничего! Тихо, не лай.
Вито! А ну давай, ищи хозяина. Где он? Искать. Нет, Вито! Не туда! Не туда! Искать Томаса! Ударь-ка меня. Что? Ударь меня. Они мне какие-то наркотики ввели, до сих пор ощущаю. Ударь, голову надо очистить. Блять, ты совсем сдурел? Ты же нормальным языком сказал «ударь меня». А ну не так же, шлепнуть надо было, Марио. Извини, еще раз попробуем? Нет, нет, забудь, я в порядке. Осторожней. Ну знаешь, я всегда рад помочь. А они не сказали, зачем нас сюда засунули? Что-то насчет проклятия крови клана Мариньос. Я ни хрена не понял. Это все про твою ебучую семейку, а я-то тут при чем? А тебя сюда и не звали. Это похоже туннели старого монастыря. Если это священное место, то мне спокойней. Гостеприимство твоей деревушки оставляет желать лучшего, конечно. Да завали ебало уже. Страшновато тут, да? Угу. До усрачки. Господи боже, я надеюсь, ты знаешь, куда бежать. И я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это еще что за хрень? Не знаю. Похоже на человеческое тело или животное, или что-то такое. Это воняет. Может, дикий зверь, крот или кролик? Вот, блин. А это похоже на кости. Крыса, наверное. Слишком большие для крысы. Поближе. Ага, бля, сам взгляни. Но это твоя деревня? Не, нифига. Мадрид моя деревня. Но это ты решил развеяться в здешних краях, не я. Ну ты и говнюк. Не будь занудой. Мешок. Да отпусти! Отвали!
Да помоги же мне! Факелом ее! Это что еще за хрень? Бежим! 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 Назад не смотри! И не подумаю! Сюда! Факел! Зажигалка! Зажигай! Помоги нам! Сделай что-нибудь! Хватайся! Тяни! Бля, что это была за хрень? Да тихо, сторожа услышат. Но откуда этот монстр взялся, я понять не могу. Да не ори ты. Но за нами гнался двуногий шестифутовый... Заткнись! Но ты же его видел, его зубы, его вонище, его все... Черт, мог бы просто шлепнуть. Сваливаем. Если нас найдут, то сбросят обратно. А если оно выберется? Не думаю, слишком глубоко. Все, уходим. Давай, бежим, быстро! Пошли, Вита! Эвелио. Эвелио. Где тебя носят? Что здесь происходит? Это проклятие. Какое проклятие? Твое родовое проклятие. Сто лет назад деревушка принадлежала твоей прабабке, маркизе Мариньо. Тетке моей бабки? Да, та еще была сучка. Все хотела ребенка, а муж не мог. Ну и однажды ночью сюда приехали цыгане, бродячие артисты. Она заприметила одного из них, выкрала и поимела. Поимела, в смысле, да? А потом убила. Его и весь табор. Нихуя себе. А жена того цыгана перед смертью наложила проклятие на твою прабабку. Какое проклятие? В 10-летнем возрасте ее сын превратится в волка и принесет смерть и страдания всей деревне. А по прошествии 100 лет, ровно 100 лет, если зверь сожрет другого Мариньо с той же кровью в жилах, то проклятие исчезнет, и зверь превратится обратно в человека. Но если этого не произойдет, в деревню придет еще большее зло. Интересненько. Жаль, что это оказался ты. Можешь верить или нет, но ты видел все сам. В течение 60 лет зверь терроризировал деревню и убил более 100 человек. А затем, 40 лет назад, они заманили его в ловушку и заперли в амбаре. А почему они его не убили? Из-за проклятия. Если указание цыганки не выполнить дословно, придет нечто худшее.
Почему я ни разу в жизни ничего об этом не слышал? Это хранилось в строжайшей тайне. Только местные были в курсе. Подожди. Ты сказал, что они ждали 100 лет и, наконец, пригласили меня сюда, чтобы эта штука меня слопала? Да. Сегодня ночью будет ровно 100 лет. Господи боже. Бред какой-то. А почему не сажал моего дядю Эвариста? А он не Мариньо. Он по линии твоего прадеда. Если оно было заперто там все время, почему не сдохло от голода? Ну, вообще-то, они его кормили. Ветчиной с капустой, да? Детьми! Они ее кормили сельскими ребятишками! Нет, кончай, не глупи. Нет. Они бросали туда паломников. Здесь путь святого Якова. Однако вы много паломников встретили. И как давно ты все это знаешь? Несколько лет. Моя мать мне рассказала перед смертью. И ты мне не сказал? Позволил бы им меня убить? Я не знал, что они собираются делать. Только сегодня вечером понял. Так почему ты мне ни хрена не рассказал? Почему? 15 лет назад ты был моим лучшим другом, а однажды просто исчез. Ни звонков, ни писем, вообще ничего. Испарился, как кусок дерьма, из чего мне о тебе беспокоиться? Может быть, потому что убивать нехорошо, даже молчанием? Как я уже сказал, я не знал, что они хотят принести тебя в жертву. А когда понял, было уже поздно. Вы все тут ебанулись, вот что я думаю. Точно. Я тут живу вообще-то. Он сожрал моих деда с бабкой. Они не погибли на пожаре, как я говорил. Я знаю. Это все ужасно, но для меня в том числе. У меня никогда даже шанса не было свалить отсюда. Думаешь, почему здесь одни старики? Потому что когда ребенок подрастает, его отсылают в город, а мне не повезло. Вот и пытаемся мы защитить Аргу, как можем. В жопу все. Я звоню в полицию. Черт. Телефон? Наверху. Слушайте, может быть, несколько преждевременно звонить в полицию? А ты что за хрен с горы? Я Марио. Марио Забардель. Известный издатель. Издаем книги, видеокниги, аудиокниги, книги. Станция не отвечает. И тому подобное. Они знают, что мы друзья. И что я всегда старался быть в стороне. Возможно, следят за мной. Короче так. Зверь заперт в пещере, так? Знаете что? Если меня запереть в вонючей пещере лет на 40, я, пожалуй, тоже озверею. Особенно, когда кто-нибудь кинет мне валун на голову. Думаю, он не в духе сейчас. Что такое? Что такое? Кончай пердеть, понял? Это не я. Ага, конечно, это Гелазия с другой комнаты. Господи, говорю, не я. Ты куда пошел? Вернись! Лежи тихо и не шевелись! Но... Да мать твою, тихо!
Говорить уже можно. Ты это, патроны забыл? Спустить их тебе! Пожалуйста, уйди. Нет. Обыскать все. Что происходит? Зверь сбежал и убил 4 человек. Значит, проклятие еще действует. Что означает, что твои друзья спаслись? Ты ведь не помогал им, верно? Я предупреждал тебя не вмешиваться. Они мне вообще не друзья. Марио не общался со мной 15 лет, а другого я вообще не знаю. Так что мне насрать на них. Можешь их в речку скинуть, мне вообще похер. С чего мне париться? Плевать я хотел. Вито! А дворняга это тут что делает? Отчавка ебучая! Это Томаса. Я нашел его тут бегающим неподалеку. Взял себе. Ты имеешь что-то против? Наверху никого. И там тоже. Они где-то здесь. Куда им деваться? Мы разбили их тачки и прикрыли все выходы. Дело времени. Искать дальше. А ты что встал? Марш с нами. Из дома не суйтесь. Я попробую вызвать полицию. Везде уже смотрели, они как сквозь землю провалились. Послушайте, может, их все-таки зверь сожрал? Если бы он сожрал Мариньо, проклятие бы исчезло. И зверь ни на кого не напал бы ночью. А где он сейчас? Наверное, забрался обратно в амбар. Единственное безопасное для него место. Так давайте убьем его. А проклятие? Может, оно не сработает? Стоп, я что-то недопонял. Какое проклятие? Проклятие? Если мы не остановим, другое проклятие. Так, погоди. Значит, было проклятие, а теперь... А теперь другое. Другое проклятие, потому что мы не остановили первое проклятие. Но мы не знаем, о чем оно. Какое из них? Второе. Бля, да заглохли все. Мы облажались. Зверь не сожрал Мариньо, значит, мы облажались. Какая нахер теперь разница, о чем второе проклятие? О чем бы оно ни было, вряд ли оно страшнее первого. А теперь пойдемте убьем зверя. Такова воля Божья. И кто пойдет? Ты. Хрена вам! Давай, полезай или мозги вышибу.
Ты кто такая? Слушай, а твой приятель что, к овечкам неравнодушен? Чего? Томас, Томас, да не будет тут работать. Не наступи на мой сэндвич. Заткнись. Ты встал на него. Алло? Бабуль? Томас, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Они хотят нас убить. Что ты говоришь? Ничего не слышно. Вызови полицию. Здесь оборотень. Скажи полиции. Томас, не слышу тебя. Так, сюда, давай. Ты меня слышишь? Бабуля! Бабуля! Вызови полицию! Не-не, давай сюда. Бля, осторожней! Мы в опасности! Ты должна нам помочь! Что? Да заткнись ты! Я не могу тебя удержать, не могу, алло. Не могу! Бабуль! Падаем! Бабуль! Чёрт! Эй, тут была моя свинина! Да в жопу твою свинину! Поднимайте меня! Там никого нет. Это невозможно. Можешь слазить и убедиться. Скоро стемнеет, и зверь снова нападет. Так чтобы в 7:30 все были в баре, мужчины и женщины. Проведем ночь вместе и решим, как быть. Не бойся, я заберу тебя отсюда. Эй, Марио! Это я. Бля, слава богу. А что с остальными? Ушли, объявлен комендантский час до наступления темноты. Ты позвонил в полицию? Нет, не смог. Сигнала нет? Даже намека. А что за ребенок? Я не совсем уверен. Нашел его в пещере. Возможно, это зверь. Ты бредишь? Спятил, что ли? Зачем приволок его сюда? А что мне надо было делать? Да ёбнуть его нахуй! Он же зверь! Да? Такой умный. На, бери. Убей его сам. Ну давай, стреляй. Вот он. Не-не-не-не, на меня не смотри. Своих у меня, конечно, нет, но в Гватемале двоим помогаю. Или в Перу. И что теперь, а? Скоро наступит ночь. И этот Деннис, мучитель, или как его там, превратится в монстра. Не говоря уже о том, что вся деревня хочет нас убить. Мужики, у меня идея. Какая? Слушайте, чтобы снять это долбанное проклятие, зверь должен сожрать Мариньо, правильно? А, умно. Эйнштейн, умно, а? А у меня кушать будет с картошечкой на гарнир, или как? Но, насколько мы знаем, в проклятии ничего не говорится о том, что он должен съесть тебя целиком. Может, пальца достаточно?
Нет, ты слыхал? А что, идея любопытная, жестокая, но интересная. Вы что, оба ёбнули, что ли? Да ладно, отрежь себе палец. Я где-то слышал, что мы слишком часто своими пальцами пользуемся. Или это было не про пальцы? Предлагаю отхерачить мизинец. Еще вольно любого, кто шелохнется. Оно не заряжено. Скотина. Если предпочитаешь другую часть тела, ухо там, что угодно. Да, на твой выбор, говори, что оттяпаем. Скоты, отвалите от меня! Что ты гонишь? Свали от меня! Отстань от меня! Тихо! Стой! У кучи известных писателей вообще мизинцев не было, ты представляешь? Камила Хасаселла, Уэллс, Глория Фуэртес. Что ты гонишь, сволочь? Свали от меня нахрен! А у Сервантеса целой руки не было. Успокойся! Нет. Так, у нас есть два способа. Аккуратный и не очень аккуратный. Какой выбираем? Ясно, не очень. Думаю, ты хочешь выпить. Стой, подожди. Ну, что еще? Только не палец. Я писать не смогу. Давай на ноги. Эй, нет. На ноги не советую. Нам еще долго придется идти, возможно, бежать, чтобы свалить отсюда. А вот мизинец тебе точно не нужен, чтобы писать. Да не пиши вообще, сделай читателям одолжение. Марио прав, давай, расслабься. Сукины дети! Ты герой, ты спасешь наши жизни. Раз, два и... А где три ублюдки? Я всех вас в жопу ебал! И прабабку ебал, и всех предков нахрен тоже! Ну что же, даем пацану? Слушай, сырой он какой-то жутковатый. У тебя чеснок с петрушкой есть? А ну отдай! Вита! Вито! 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 А, блядь, охуел, что ли? Извини. Осторожней, блядь! Вито, вылазь к делу оттуда! Он все сожрал. Оу, даже ногти не оставил. Вот сучара! Теперь что? Пидорасы. Я писатель! Вам ясно? Писатель! И как, блядь, писатель будет теперь писать без пальцев? Давай не жалуйся. Хокинг так вообще в инвалидном кресле пишет. Пошел ты в жопу. Собака. А, точно. Отдайте ей второй пальчик. А пацану мои яйца отдайте, если надо. Так, давай, кушай. Вкусно. Давай. Ешь, говорю. Бери и ешь. Ну же, бери. Ням-ням-ням. Деликатес. Очень хорошо. Очень хорошо. Да ладно, не все так плохо. Тебе повезло. Мало кто может похвастаться, что видели, как их кушают. А может, уже хватит бухать? Парень уже все съел. Теперь что? Но теперь, следом за моими пальцами, вы двое сожрете мой хер. Я правильно понимаю? Ночью узнаем, сработало или нет. В любом случае, надо убираться отсюда. Все встречаются в баре в 7:30. Подождем, пока берег очистится. После чего рванем на старую станцию, а там прямиком до следующей деревни. Шведки тоже неплохо отсасывают, да.
Пойду приготовлю кофе. И можно соли побольше? Немного соли на кончике хера, объединение. Встречу в баре отменили? Он закрыт. В семье горе. Послушай меня одну минуту, пожалуйста. Ты можешь их отпустить? Вот монстр, он был в пещере. Нет, нет. Стойте, не стреляйте, не стреляйте. Мы дали ему палец Томаса, и он его сожрал. Видишь? Зверь сожрал кусочек Мариньо, и теперь проклятие снято. Вот. А Мариньо и Томас никому не расскажут. Правда? Правда, обещаем. Клянусь своими детьми. А откуда нам знать, что проклятие снято, и он не превратится обратно в монстра? Ну, на 100% я, конечно, не уверен. Надо дождаться ночи и посмотреть, сработало или нет. Молись, чтобы сработало. Я тоже помолюсь. Видите, что я вам говорил? Проклятие снято. Похоже, что так. Но на всякий случай мы вас все-таки прикончим. Все эти проклятия и тому подобное — такая мутная тема. Ну и свидетелей лучше не оставлять. Такова воля Божья. Какого черта, что происходит? Это проклятие из-за того, что не сняли проклятие. Блять, а палец? Видимо, было слишком поздно. Прошло 100 лет и один день. Один. Всего лишь один сраный день. В деревню я больше ни ногой. Сраный сельский туризм. Ah.
бабушка? Залазьте, быстро! Пристегнитесь, черт побери! А что ты здесь делаешь? Я предполагала, что подобное может произойти. Вы его бабушка? Приятно познакомиться, сеньора. В твоей семье слишком много женщин. Так что ты тут делаешь? Я не верила, что проклятие существует на самом деле. Осторожно! В любом случае, я уже здесь. Если бы ты рассказала об этом месяц назад, мы бы в это не влипли. Отвали, лохматый ублюдок! Ой, бля! Вот так вот, мы живем с музыкой! Нам сейчас только песен и не хватало. Это не я! Прямо по курсу, мэм. Зовите меня просто Роза. Думаю, что они отстали. Нет! Нет! Вида нет! Подожди, подожди! Вперед, вперед! Вот, блядь! Черт! Так, все на выход! Рвем когти к дому! Надо закрыть все окна и ставни. Быстрее! Давайте! Уже иду! Походу свалил. Наверху все закрыто. Внизу тоже. Они вернутся. Они наполовину животные, наполовину люди. Хоть и селяне, но немного мозгов у них есть. Что делать будем, а? Я позвонила в полицию перед тем, как выехать. Правда, рассказывала без подробностей. Как прикажешь все это объяснить и не загреметь в психушку? Особенно в моем возрасте. Зачем мы едем в Аргу? Там никогда ничего не происходило. Объясняю еще раз. Поступил сигнал от какой-то леди, что там, возможно, что-то происходит. И мы, как офицеры полиции, Хоакин, обязаны отреагировать на него и проверить. Возможно. Возможно, я скоро выиграю в лотерею. И ты меня больше не увидишь. Никогда. И что значит, что-то происходит? Преступление, свадьба, крещение, первое причастие. Эй, это проклятие? Второе проклятие, или как черт его дери оно называется, заразило всех жителей, так? Да. А почему с нами ничего не происходит? Ну... Изыди, волк галисианский.
Бля, да я шучу, придурки! Так ты у нас клоун, да? Простите, мэм. Я не здесь родился. У моих родителей был медовый месяц, когда я появился. Но если бы это был их медовый месяц... Марио, забей. И что это за дитя? Если мы не ошибаемся, это сын Маркизы. Вы правы. Он мой кузен. Откуда вы знаете? Он узнал эту вещь. Это его матери. Вот ублюдки. Они еще лампочками питаются. Дай только выиграть в лотерею. А по-моему, это лучше, чем сидеть в участке и протоколы строчить, нет? Нет, потому что там есть отопление. И о бензине не надо беспокоиться, понятно? И сериалы по телеку по ночам. Ну что я говорил, глухо как в танке. А вообще странно, народу ни души, ни одного окна освещенного. Странно. Может, спят все? Что это за хрень? Не падай в обморок, но, по-моему, это... оборотни. Но оборотней же не бывает. Это ты так думаешь? Вся литература 19 века была основана на фактах их существования. Имею в виду, что Лавкрафт, По и все остальные... Все их творчество было основано на реальных событиях, а не воображении. Почему бы и нет? Ты что сейчас, в сраном читательском клубе опера выступаешь? Что будем делать? Свяжемся с участком. Что же еще? Срань господня. Спокойно. Опусти оружие. Здравствуйте, добрый вечер. Пожалуйста, оставайтесь на месте с поднятыми руками. Огромное спасибо за понимание, ребята. Ты что, спятил? Мы не уверены в том, что они опасны. Давай дадим им право воспользоваться презумпцией невиновности. Презумпция не действует, они опасны. Да уж точно. Отличная работа, Хоакин. Ты только что прострелил двигатель и, возможно, радио. Очередной штраф? Сделай нам всем одолжение, Хоакин. В следующий раз не пропускай стрельбищ. Пора сматываться. Занятия по полицейской тактике тебе тоже не стоило пропускать. Самое главное в этом деле – обескуражить противника.
Я как бы не хочу тебя расстраивать. Но разве Кол не против вампиров? Ну, извини, серебра нет, чтобы пули сделать. И святой воды что-то вокруг не особо много, так что... Да нет, ты прав. Продолжай стругать. Займи себя чем-нибудь. Через 3 часа рассветет. Если продержимся, все будет нормально. Томас, пойди сюда. Я извиняюсь, но кол обычно используется против вампиров. Мой дядя написал эту книгу. Муж маркизы? Здесь речь идет о проклятии. После всего, что произошло, его жена была убита бандитами. Он смог спастись вместе с ее младшим братом, моим отцом. Они вместе приехали в Мадрид. Мой отец встретил там мою мать, и они родили меня. А что случилось с маркизом? Он умер спустя несколько лет. Но перед этим он все рассказал моему отцу, который начал тогда изучать проклятие. Он выяснил, что цыгане были из Румынии. А у того цыгана, что спал с моей теткой, в семье уже были случаи ликантропии. И в его жилах текла волчья кровь. Таким образом, в Диего перемешались 2 расы – волчья и человеческая. Диего? Это его имя? Малыш Диего. Так значит, он твой кузен? С ума сойти. Ему намного больше, чем 100 лет. Почему он не растет? Не знаю. Наверное, из-за проклятия. До сего момента он все время оставался в теле волка. Может, поэтому... И что нам с ним делать? Конечно, возьмем его с собой. Это естественно. С ума спятили? Почему? Он совершенно ни при чем. Это все моя чертова тетка. Бедняжка сам был жертвой всю свою жизнь. Эти штучки с кровосмешением напомнили мне одну забавную историю. Как же я раньше-то не вспомнил? Что такое? История про одного деревенского паренька и овцу. Ты обещал никому не рассказывать! Короче, однажды зимой мой приятель, будучи совсем еще мелким, был страшно возбужден. Заткнись! И вот ночью полной решимости он пробрался в загон для скота и вы, простите, занялся любовью с овцой. Это ложь! Но это еще не самое худшее. Нет? Нет. Через пару дней кончай дергаться и иди сюда. Овечка забеременела, и мой приятель подумал, что от него. Только не при твоей бабушке. Он не спал 2 месяца. Все боялся, что родится ягненок-мутант. Наполовину овца, наполовину деревенщина. Это было очень давно. Мы тогда делали всякие ужасные вещи. Ты такой миленький хмель, скажите мне, не трахал своих домашних питомцев? У меня был маленький такой миленький хомячок. Тихо. Это на чердаке. Может, это мышка? Пита поймал недавно. Может, хомяк какой-нибудь. Пойдем, посмотрим. Уверен? А что, дорогой, до сих пор боишься чердаков? Бабуля, заканчивай. Я лазил туда и не раз. И насрал полные штаны. Это ложь. Давай, пошли, Индиана. Что такое? Стой! Слушай! Что, не слышал? Слушай! Это твоя подружка восстала из мертвых, чтобы отомстить. Вот ты мудила! А сыночек твой тоже с ней? Овца чел? Подрос уже такой. Большой мальчик. У него твои глаза. В баке. У него. Надеюсь, они нас не слышали. А дверь их удержит? Толкай его, толкай! Не могу, мои пальцы! Валим отсюда!
У меня идея. Смотрите, мячик. Мячик. Ты что творишь? Видите мячик? Видите мячик? Мячик. Взять его! Я думал, гены... Быстрее уходите, я прикрою. Быстро! Так, бежим! Куда? К церкви, скорее! Бегите, бегите, бегите! Что у тебя с головой? Подстрелил сам себя. Сорвал немного скальпа, чтобы они подумали, что я мертв. Лучше потерять немного кожи и волос, чем быть сожранным оборотнями, так ведь? Так? Секунду. А тут, может, ловит уже, а? Черт! Это святое место! Уверен, они сюда не полезут. Они же прокляты. Отойдите назад. Марио! Уведи его! Спрячь за алтарем! Уведи его! Ха-ха-ха!
Смотрите сюда! Это с гражданской осталось. Там туннель, винные погреба. Туда быстрее. А я их задержу. Нет времени на споры! Быстро внутрь! Я за вами! Я понял, чего ты хочешь. Только вот динамит, возможно, отсыревший. Давай. Присмотри за мальчишкой. Удачи! Думаешь, он протух, как йогурт? Убогий ты, сукин сын! Черт! Бегите, бегите! А как же Томас? Выход совсем рядом! Гори, мать твою! Гори, сука! Тяните! А где Томас? Томас? Томас жив! Помогите мне! Томас, держись! Держись, Томас! Томас, не отпускай! Томас, не отпускай, Томас! Моя рука! Поговори со мной, поговори со мной! Эй! Диего? Держись, держись.
Спасибо. Ну как ты? В порядке, ничего страшного. Как вы узнали? Увидели пожар. Стали вызывать твой экипаж, а ты не отвечал. Что тут вообще произошло? Подожди, прочтешь мой рапорт, поразишься. А сейчас арестуйте всю деревню. Ну, то, что от нее осталось. Если вообще что-то осталось. Марио, как ты? Томас, мне сказали, что я в футбол больше не смогу играть. Во всяком случае, вратарем. И с пианино проблемы. Хотя я не играл никогда. И еще одно. Если полиция будет спрашивать, скажи мое имя Шан. Александра Шан. А, простите. Да. Спасете моего пса? Конечно, постараемся. Спасибо, Томас. Ну, его, конечно, тоже. Ваша жена? Да. Каждый раз на годовщину ее смерти приношу цветы. Мои глубочайшие соболезнования. Спасибо. А вы когда-нибудь видели, как выглядит ее могила? Стоит целое состояние, но для нее мне ничего не жалко. С тех пор, как она ушла, моя жизнь опустела. Ни дня не проходит, чтобы я не думал о ней. Она была для меня лучом надежды, солнцем в моем саду. Без нее я ничто. Ничто больше не держит меня в этом мире. Я молюсь Господу, чтобы поскорее с ней встретиться. А у вас есть любимый человек? Простите? Ну ты и засранец. Итак, что будем делать с нашей маленькой проблемой? Какой проблемкой? Ну, нас обоих покусали вообще-то. А легенды гласят, укусил оборотень, самым становишься. Как ты можешь верить в эту чушь? Точно, особенно после всего того, что случилось. Вито! Ладно, первым делом нужно удостовериться, что вы не инфицированы. А зачем приковывать? Сегодня ночью полнолуние. Так, на всякий пожарный. Если превратитесь в оборотней, то вряд ли вы останетесь ко мне такими же дружелюбными. Ну а все же, если превратимся, что будешь делать? Ну не знаю, буду импровизировать. А ты уже не злишься по поводу своих пальцев? Нет, не волнуйся. Это на всякий случай. Чувствуете что-нибудь? Ничего. А у меня нос чешется. Слушай, а ты пальцы пробовал? Нет. Ну, немножко просто проверил, соли достаточно или нет. Может быть, откусил малюсенький кусочек кожи. Ага, а я облизал немного. Думаю, мы с тобой защищены от проклятия. Думаешь? Уверен. Вот почему ничего не происходит. Возможно, ты прав. Томас, давай развязывай нас, мы не инфицированы. Это что это с ним? Томас! Томас! Ты же не был укушен, слышь? Кончай, я уже так прикалывался.
Черт, черт, черт! Ни слова не сказал, засранец! Нам пиздец! Думаешь, он на нас злится? Да какая разница, он сожрет нас нафиг! К тому же мы ему два пальца отрезали! Блять, что нам делать теперь? Смириться! Что? Пусть кусает. Превратимся в оборотни и все. Собьемся в небольшую стаю. Мне просто интересно, как я вообще могу быть оборотнем с одной рукой? Будем вести ночную жизнь. Бродить по испанской местности. Терроризировать местное население, разводить. Ну, в смысле нападать на отар и овец. Как по мне, не так уж и плохо. Ты псих нахуй. Релиз подготовлен группой Virus Project. Перевод Федор Погорелов. Звукорежиссер Виталий Емельянов. Текст читали Елена Емельянова, Александр Федоров, Алексей Кизуб, Дмитрий Иванов, Дмитрий Кравченко и Алекс Викке. 2012 год.